Ну, конечно, я считаю, что журналисты должны освещать те события, которые проходят на территории Украины и вообще в каких-либо боевых действиях. Потому что кто, если не журналисты, будут рассказывать всему миру, что происходит на самом деле. Тем более мы сейчас прекрасно знаем, что украинское телевидение показывает абсолютно другую информацию, и люди, конечно же, сейчас настроены против России. И если бы не наши журналисты, которые показывают миру всю правду, то мы бы не знали на самом деле, кто и каким образом совершил весь тот ужас, который сейчас происходит на Украине. Поэтому, конечно же, сложно говорить, что нужно там их отправлять, прям посылать какими-то большими группами журналистов. Давайте, показывайте нам правду, потому что, ну, страшно. Каждый день по телевидению показывают взрывы, смерти, и, конечно, за журналистов очень страшно и матерям, которых отправляют, и нам, гражданам, которые должны сказать спасибо им за то, что они делают для нас.